Друзья, меня зовут Сергей Мартынец, и рядом со мной моя супруга Виктория. Сегодня нам выпала честь провести такую первую декабрьскую школу, презентацию. И я хотел бы спросить у вас, какие города сегодня у нас есть? Можете написать? Я вижу, есть Киев, есть Днепропетровск. Какие еще города есть? Напишите свой город, чат. Ровно, Кривой Рог, Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Изюм, Севастополь, Николаев, Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Москва, супер, Белая Церковь. А где видео? Не знаем такого города. А Днепропетровск. Друзья, отлично, рад всех видеть, если так можно сказать. Сегодня я проведу для вас презентацию. У нас будет интересная информация, особенно для тех людей, которые не были 6 числа в городе Днепропетровск. Для начала хотел бы поговорить о таких вещах, зачем нам нужен доход. Для кого-то важна, допустим, важен стиль жизни. Для кого-то нужен доход для того, чтобы купить себе новый автомобиль. А мужчины, кто хочет себе лучше автомобиль, у кого нет, или может кто хочет себе автомобиль, насколько это важно для вас? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам нужен автомобиль. Я-я-я, Теслу кто-то хочет. Супер, отлично. Действительно, многие хотят автомобиль. А кто хочет свой дом? Загородный дом. Может быть, кому-то хотелось бы где-то на берегу океана. А для кого важно образование детей? Я думаю, у многих уже есть детки. Да, важны такие вещи, важны, да? А кто хочет путешествовать, поставьте, пожалуйста, пятерочку. И внуков, и не только детей. Пятерочки вижу. Всем нравится путешествовать. Действительно, путешествие это то, что привлекает многих людей в наш бизнес и заставляет двигаться. Хорошая мотивация. Вы знаете, да, каждый для себя выбирает, зачем ему деньги, да, зачем ему нужен доход. Те, кто первый раз сегодня, вы не подумайте, что мы будем говорить только о деньгах. Да, деньги важная вещь в жизни, конечно, они не самые главные, но они решают очень большую роль. Я хотел бы увидеть плюсики от тех людей, которые сегодня первый раз на таком вот вебинаре. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы первый раз на этом мероприятии. Друзья, продолжим. Я так понимаю, комната притормаживает. Нас сегодня много, это хорошо. Друзья, что по-вашему деньги? Как вы считаете? Можете написать в чат буквально в двух словах. Что такое деньги для вас? Свобода. Зло. Инструмент. Возможности. Свобода. Средства. Независимость. Инструмент. Здорово. Инструмент, свобода, возможности. Деньги — это реализация своих почему. Здорово. Друзья, кто считает, что деньги зло, я вам скажу сразу, наверное, вы их никогда не зарабатывали и, скорее всего, не заработаете. Поэтому рекомендую почитать книги. Свобода. Действительно, я когда-то услышал, что деньги — это энергия. И я согласен, что деньги — это энергия, это свобода. Деньги не главное, но это очень важно. Знаете, здесь вы видите слайд. Деньги — это эквивалент полезности или ценности, которую вы отдаете на рынок. И почему иногда случается, что одни люди зарабатывают больше, чем другие? Почему, допустим, уборщица зарабатывает меньше денег, чем менеджер? Почему бармен зарабатывает меньше денег, чем директор какой-то фирмы? Почему так? Как вы считаете? Напишите в чат вот ваше мнение. Почему так? Почему ценность, ответственность? Да, да, точно, зло. Но если это квалификация, тогда это здорово. Ленивые. Вы знаете, я не думаю, что люди, которые сидят в шахте, вернее, работают в шахте, они ленивые. Я не думаю, что они ленивые. Здесь наемный труд. Ничего другого не может. Разные варианты у нас есть. Да, действительно,
Сегодня мы поговорим о том, как сделать себя более ценным на рынке, да, как как отдать в рынок больше ценности. Соответственно, любой бизнес строится на удовлетворении каких-то потребностей. Какими способами можно зарабатывать деньги, да? Одни люди ходят на работу, другие люди открывают свой частный бизнес. Чаще всего это частное предпринимательство. Я знаю, что в чате у нас есть и наемные люди, и те люди, которые работают на себя. Кто работает на себя? Поставьте, пожалуйста, десяточку. Может быть, вы частный предприниматель, может быть, вы бизнесмен, может быть, вы творческий человек, вы пишете картины. Есть такие люди. А кто работает на кого-то? Поставьте пятерочку. Есть такие люди, таких людей всегда больше. Ничего плохого в этом нет. Единственный момент, что если вы выбираете для себя этот путь, и он у вас становится, скажем так, на всю жизнь, то иногда чаще всего это не приводит к тому результату, который бы вы хотели. Друзья, сегодня мы поговорим о возможности, которая подойдет как первым, так и другим. Мы поговорим о том, как стать финансово свободным человеком, при этом не бросая того, чем вы занимаетесь. Вы можете это делать параллельно со своим традиционным бизнесом. Вы можете прийти к финансовой свободе буквально за 2-5 лет. Вы знаете, такие возможности, сейчас на рынке очень много возможностей, но одна из них, как раз я вот хочу поговорить о индустрии прямых продаж, о сетевом маркетинге. Я знаю, что многие люди, так же и я раньше, несерьезно воспринимали эту индустрию, потому что, скорее всего, не углублялись и не знали, насколько это серьезная индустрия. Они не знали цифр, они не знали статистики. Сегодня я хочу вам показать некоторые цифры, которые, может быть, немножко заставят вас задуматься и разобраться в этом предложении. Вы сейчас видите диаграмму, это динамика развития прямых продаж, то есть сетевого маркетинга. И если обратите внимание, то начиная с 2001 года товарооборот всех сетевых компаний растет. И на сегодняшний день этот товарооборот порядка 160 миллиардов долларов. Но мне кажется, глупо это назвать несерьезным. Потому что это огромные цифры и это серьезный вклад в экономику многих стран, в том числе и в Украину. Нет звука у кого-то, друзья, у всех есть звук, проверяйте браузер. 178 на 2013 год. Спасибо, да, вот такие вот цифры, 178 миллиардов долларов на 2013 год. И, ну, это серьезные цифры. Вы знаете, те люди, которые разбираются, они понимают, что это речь идет о серьезном бизнесе. Что нам говорят чаще всего наши друзья, соседи по поводу сетевого маркетинга? Ну, я думаю, многие слышали, да, что это ерунда, что это не бизнес. Некоторые представляют, что нужно ходить с сумками и что-то кому-то продавать. И действительно, мы таких знаем людей, которые таким занимаются. Но сегодня речь пойдет немножко о другом бизнесе. И я хотел бы вам сейчас на слайде показать экспертов, которые отзываются о этом бизнесе. Кто-то из них... Такие люди, допустим, как Уоррен Баффет, это самый успешный инвестор в мире, он считается. Он сказал, что одна из инвестиций в сетевую компанию является самой удачной. Допустим, Дональд Трамп, когда у него спросили на одном из телешоу, если вы бы остались без денег, с чего бы вы начинали? Он ответил, вы знаете, я бы нашел сетевую компанию на начальном этапе развития и начал бы с ней сотрудничать. На что весь зал начал смеяться, и Дональд Трамп подождал немножко, выдержал паузу и сказал, вот именно поэтому вы здесь, а я сижу здесь на сцене. Вот. Есть очень много экспертов, я вам рекомендую, прочитайте книгу Роберта Киосаки, прочитайте книги других авторов, вы поймете, насколько это серьезный бизнес, если к нему подходить именно со стороны предпринимательства. Не со стороны купил-продай, да, а со стороны предпринимательства. Сегодня моя задача не рассказывать вам все цифры о индустрии. Вы можете разобраться в этом сами. Сегодня моя задача показать вам возможность, которую мы с женой для себя открыли чуть больше года назад и имеем здесь определенный результат. И у нас большие планы в связи с этой компанией, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день в Украине, в рамках нашего кризиса, компания LR, о которой сегодня пойдет речь, является
по нашему мнению, одно из лучших предложений. И если взять сетевой маркетинг, то я не знаю компанию полностью легальную с таким качественным продуктом и на такой начальной стадии. И сегодня мы поговорим как раз о факторах, почему мы выбрали именно эту компанию. Ну, во-первых, компания работает уже в 33 странах и существует уже почти 30 лет. Этой весной будет, вернее, весной 2015 года будет 30-летие компании. Если это сработало на других рынках, об этом мы также сегодня поговорим, то это сработает и в Украине однозначно. Для меня было важно, когда я выбирал компанию, это, конечно же, стабильность. Стабильность компании. Я не хотел, я в эту компанию пришел не новичком, у меня был небольшой опыт. Я понимал, что много компаний на рынке СНГ, их более 500, это большинство из этих компаний не приходят и уходят. Но стабильных компаний, их буквально не больше 20, и многие из этих компаний уже давно на рынке. Вот этот слайд вы видите, это товарооборот компании, который постоянно растет, начиная с 1985 года, товарооборот постоянно растет. О чем это говорит? Ну, во-первых, что продукты, которые выпускает компания, это продукты востребованные, и они соответствуют своей цене, они пользуются спросом. Во-вторых, условия сотрудничества, которые предлагает компания для своих дистрибьюторов, они очень лояльны и подходят людям, потому и все больше и больше партнеров сотрудничает с компанией LF. Следующий фактор – у компании очень много наград, да, одна из них это лучшая маркетинговая компания в 2010 году. Причем компания попала в двадцатку, вы можете увидеть, здесь есть такие компании, как Bosch, Danone, Procter & Gamble, и компания LR единственная из 20 сетевая компания в этой двадцатке. Вы можете найти это в интернете и проверить, и это действительно очень такой серьезный рейтинг. Очень важный фактор, это как раз момент... ну, скажем так, момент входа в компанию, потому что есть на рынке Украины сформированы уже несколько компаний, которые делают львиную долю товарооборота. И в эти компании прийти сейчас, это равносильно тому, что прийти на нефтяной рынок на сегодняшний день. Компания LR работает в Украине немножко больше года, и у нас есть отличная возможность быть вот здесь, вот видите, в начале. Но я хочу вам сказать, что это... вот эта вот красная черточка, она очень быстро движется, и буквально через 2-3 года уже будет рынок более насыщенный, да, и возможности, конечно же, у нас сейчас очень классные. Но через 5-7 лет эту компанию будут знать очень многие, и многие ваши друзья будут пользоваться этой продукцией, многие ваши знакомые будут вам дарить эту продукцию, вы будете встречать на улицах автомобили с логотипами компании LR, и... как раз вы можете за этим наблюдать со стороны, а можете в этом поучаствовать уже сегодня. И вообще хочу вам сказать, то, что вы попали сюда на сегодняшний вебинар, наверное, вы обрадовали Бога, что ли, потому что вы узнали одни из первых о этой возможности. Потому что будут люди, которые будут узнавать через 5, 7, может быть, 10 лет о этой возможности. Итак, почему компания преуспевает? Ну, есть на этот ответ, есть 5 уникальных факторов. Сегодня быстренько я пробегусь по этим факторам. Первый фактор – это качественная немецкая продукция. Знаете, это база, это основа, почему компания преуспевает. Потому что если бы не было продукции, той, которая пользуется спросом, да, то компания не могла бы существовать такое длительное количество времени, и компания не могла бы развиваться. Я смотрю, у нас есть в чате мистер Джон, который это уже бачил. Мистер Джон, в принципе, вас никто не держит, поэтому вы можете покинуть наше мероприятие. Я хочу сказать, что на этом слайде вы видите немецкое качество. И когда я стартовал, я спрашивал своих знакомых, как ты относишься к немецкому качеству. Да, большинство людей к Германии как к производителю относятся с уважением. И они понимают, что Германия много лет работала на то, чтобы ее считали брендом. И вы видите здесь бренды, которые производятся в Германии, и это все довольно-таки качественные продукты. Компания LR является производителем, и у нее очень огромный ассортимент. Да, это более 700 наименований, есть разные продукты, это парфюмерия, это косметика, личная гигиена. Здесь очень много товаров, которые мы сами используем каждый день. И вы знаете, нам не нужно людям объяснять,
что нужно чистить зубы. Скажите, пожалуйста, кто сегодня чистил зубы? Есть такие в чате? Напишите, пожалуйста, плюсик, кто сегодня чистил зубы. Есть такие люди. Здорово. Если кто-то не чистил, можете поставить минус. А кто пользовался сегодня дезодорантом? Есть все-таки кто не чистил? Здорово. Но все-таки большинство пользуется этими продуктами. Да, наша задача просто показать людям, что есть такие продукты, и мы просто сменили свой магазин. Вместо того, чтобы ходить в магазины в другие, мы покупаем эту продукцию у производителя, да, у компании LR. Не все продукты еще зашли на рынок Украины, да, мы ждем серию для детей, мы ждем серию для животных. Допустим, в Германии там три каталога огромных, есть еще бижутерия, есть много товаров, которых еще нет в Украине. Но это дело времени. Сегодня каталог у нас довольно-таки приличный, и мы ждем новые товары, которые должны появиться буквально через несколько месяцев. Весной будет презентация. Это товары, которые... Ну, это даст большой взрыв бизнесу. И те люди, которые сейчас начнут сотрудничество с компанией LR, они смогут очень значительно поднять свой товарооборот и, соответственно, свой доход. Вы видите здесь слева... Это система очистки воздуха, система очистки воды, аппаратная косметология. Причем это будет очень доступная аппаратная косметология, потому что это обычно это стоит очень хороших денег, и многие не могут себе это позволить. То компания LR сделает это, скажем так, эту услугу более доступной для масс. И система по уходу за полостью рта. Эти товары подтверждены сертификатами, международными сертификатами качества. Обратите внимание на институт Фрезениуса, это такой очень строгий сертификат. Кому интересно, вы можете посмотреть в интернете. Этому институту уже порядка 200 лет, и за все это время он сертифицировал, насколько я помню, чуть более 160 товаров. И компания LR каждый год подтверждает свое качество, и каждый раз этот институт тестирует от сырья до упаковки. Поэтому это очень серьезные сертификаты. Конечно, в Украине есть наши украинские сертификаты. Вы это можете посмотреть на сайте компании, кому интересно. Также очень приятно, что декоративная косметика компании LR входит в такую вот ассоциацию. Наряду с такими марками, как Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Estée Lauder, MAC. Кто знает, сколько стоят эти бренды, я думаю, вы понимаете, что мы можем пользоваться... продукцией, наши дамы могут пользоваться продукцией, которая в 2, а то и в 3 раза дешевле. И мне очень приятно, что компания LR за эти полтора года ни разу не подняла цены, несмотря на то, что гривна упала в 2 раза. Поэтому вы можете представить, с каким мощным брендом мы имеем честь работать. Вы это все можете проверить. Хочу остановиться на таком слайде. Знаете, когда мы начинали бизнес, нам многие говорили, ой, косметика... До этого полно уже, это уже везде есть. Да, действительно, этого полно, и наша задача просто показать людям качественный продукт. И у компании есть как раз эти 5 факторов, почему она может отвоевать часть рынка. И здесь на этом слайде вы видите ассортимент продукции, да, это сегменты, это категории продуктов, которые продвигаются через MLM. Вы можете увидеть, что 35% это средства персонального ухода и косметика. И следующий сегмент, 25%, это продукты wellness индустрии. Wellness это все, что связано со здоровьем. Вы можете увидеть, да, сейчас очень актуально, сейчас это тренд, многие люди хотят, сейчас открывается очень много фитнес-залов, сейчас каждый хочет следить за своим здоровьем, сейчас не новинка для мужчин пользоваться уходовой косметикой какой-то. И в принципе тенденции идут к тому, что скоро и мужчины также будут, как и женщины, пользоваться широким ассортиментом продукции по уходу. И я знаю, что в некоторых странах эти два сегмента, мужской и женский, уже практически сравнялись. Вот. В Украине, конечно же, женщины, мы на женщин больше тратим пока. Но это... вещи, как уход за домом, да, всего лишь 2%. Напитки и продукты ежедневного питания всего лишь 1%, и эта стрелка означает, что товарооборот падает. Хотя иногда нам твердят некоторые компании, что вот у нас суперпродукт, который
который нужен людям, да, и этот продукт – это миллиардная идея. Вот, но поймите, может быть, пройдет еще 20 лет, и люди не будут понимать, зачем им это нужно. На сегодняшний день бизнес делается на тех продуктах, которые уже востребованы. И здесь очень просто, вы можете задать себе вопрос, я бы покупал эти товары, если бы не был заинтересован вообще в заработке. Я вам скажу так, что у нас дома более 40 наименований продукции компании LR, и всеми мы пользуемся, с удовольствием пользуемся. Если бы сейчас мы не были заинтересованы в заработке, мы бы пользовались всеми продуктами, потому что это действительно классные продукты. И мне кажется, это очень важный момент. Второй фактор – это звездная концепция. Компания LR сотрудничает с рядом звезд, она разрабатывает под них линейки продукции. И это не просто звезды, которые рекламируют продукцию, это звезды, совместно с которыми компания работает. Вы можете это увидеть в интернете, вы можете увидеть много роликов в YouTube, вы можете увидеть заметки в различных журналах. Это люди, которые создали себя, которые являются, их имя является брендом. Да, ну никому не нужно говорить, кто такой Брюс Уиллис, да, или, допустим, Хайди Клум, это известная модель, или, допустим, Каролина Куркова, это единственная модель, которая имеет звезду в Голливуде. И, в принципе, это люди, которые являются нашими партнерами. Благодаря этим людям наши товары запоминаемы, благодаря этим людям наши товары более узнаваемы, и их люди готовы покупать с большим удовольствием. Здесь вы видите на слайдах как раз информацию о том, о чем я говорю, вы можете это проверить. Есть и уже на русскоязычном пространстве, в интернете эти вещи. Справедливый, надежный маркетинг-план. Вы знаете, здесь для тех людей, которые не имеют опыта в сетевом маркетинге, здесь будет очень сложно понять, поэтому я быстренько пробегусь. Но если вам интересно разобраться в цифрах, то я вам рекомендую связаться с тем человеком, который вас пригласил на это мероприятие, дал ссылку и задать конкретные вопросы. Потому что маркетинг-план у компании LR, по моему мнению, является очень, очень сбалансированным и очень щедрым. Сейчас на рынке есть ряд компаний, у которых сеть, да, и которые огромные обороты делают. Если так быстро пробежаться, то у компании LR процентов торговая наценка, которая позволяет уже на первых этапах даже на продажах зарабатывать неплохие деньги. Но более интересная цифра 43,7. Это процент выплаты в сеть. И вы знаете, большинство компаний выплачивают меньше. Допустим, крупные компании, которые являются там компаниями номер 1, 2, 3, выплачивают там порядка 30%, некоторые 35%. Вот компания LR выплачивает 43%. Это очень хорошая цифра. Здесь вы видите, как развивался маркетинг-план, как увеличивались бонусы. Да, вначале это было 33,5%, потом это было 36%, 37% и на сегодняшний день 43,7%. Компания LR никогда не отбирала бонусы, она всегда их только добавляла. Следующий фактор, очень важный. Да, я хочу вам показать несколько примеров людей, как раз благодаря маркетинг-плану, которые вышли на очень хорошие доходы. Да, я покажу вам примеры людей с разных стран. Допустим, Ольга Саликаева, это предприниматель из Уфы, которая пришла в этот бизнес, будучи традиционным предпринимателем. Да, у нее был опыт работы, у нее было свое кафе, насколько я знаю. И на сегодняшний день эта женщина вышла на очень приличный доход. Вы можете увидеть, да, на 9 месяц это было 121 тысяча рублей. На тот момент это было 1 к 4, то есть порядка 30 тысяч гривен. Вы можете увидеть людей самых разных. Есть, допустим, Лариса Курилец, которая жила в маленьком городке Питкаранта с населением 11 тысяч человек. И я знаю, что на сегодняшний день Лариса Курилец является... Она находится в квалификации серебряный лидер организации. Ее доходы за 3 года более 10 тысяч долларов. И я не буду рассказывать о всех. Здесь многих людей я знаю лично. Мне очень нравится пример Рустама Душаева. А вот этот пример мне просто впечатлил, потому что когда мы начинали бизнес, мы с супругой попали на мероприятие в Киев, куда приезжал Михаил Маланичев. Это крупный предприниматель с большим бизнесом. У него несколько направлений. Одно из них... Это мобильная, это, скажем так, сеть магазинов с мобильной связью. И это более 40 розничных магазинов. И когда человек такого уровня приходит в сетевой маркетинг, ты начинаешь задумываться,
Но неужели такие люди солидные, да, приходят в бизнес, сетевой маркетинг? И иногда мы слышим такие мнения, что этот бизнес для неудачников, этот бизнес для тех людей, которые не достигли никакого успеха, да. Но когда мы начинаем углубляться, то даже в этом чате есть очень много предпринимателей, которые имели или имеют на сегодняшний день очень приличный доход, имеют хороший стиль жизни, и тем не менее они приходят в этот бизнес. Поэтому я рекомендую вам, ребята, разберитесь в этом предложении, позадавайте вопросы, самые каверзные, своим спонсорам, тем людям, которые вас пригласили на это мероприятие. Здесь я листаю очень много примеров россиян. Вот хочу остановиться на примере наших информационных спонсоров. Это Андрей и Евгения Харольские, которые на своем примере показали, что в Украине, несмотря на кризис, несмотря на такую ситуацию, которая сейчас творится, можно строить бизнес ЛР и довольно-таки успешно. На сегодняшний день, да, по окончании 18 месяцев в бизнесе, их доход перевалил за 60 тысяч, насколько я знаю. И вы знаете, это совсем другой стиль жизни. Ребята купили себе недвижимость, они уехали в другой город, они могут себе позволить путешествовать, и их команда растет. Главное, что это уже на данном этапе они могут уже активно не принимать участие в этом построении бизнеса. Потому что есть лидеры в городах в разных, есть четкая система, и это уже, можно сказать, пассивный доход. Конечно, они не останавливаются. Нет, они не в Киеве, они во Львове, но они путешествуют. Да, это действительно пример для всех. Поэтому кто жалуется, кто говорит, что у людей нет денег, вот вам пример людей, которые в Украине сделали это. Вот. И я знаю, что у нас есть в чате люди, которые зарабатывают также хорошие деньги, поэтому это классная возможность, разберитесь в ней. Хочу вам еще привести один пример, который меня вдохновил больше всего, потому что это пример человека, который пришел в бизнес ЛР, будучи 18-летним школьником, и начал заниматься им. Конечно же, с него смеялись, и в него никто не верил, но на 12 месяц его доходы составили порядка 3000 долларов. Прошло 22 года, и этот школьник уже далеко не школьник. Посмотрите, какие доходы у него на сегодняшний день. Вы знаете, на сегодняшний день это больше доходы, да, это порядка 300 тысяч евро. И да, Людмила, в Днепропетровске три машины, вернее, уже четвертая будет на днях. Через 24 года Хольгер Кунат получал, его бонус составлял 285 тысяч евро в месяц. И вы знаете, я знаю, что очень многих людей есть родители, может быть, родственники, может быть, близкие, друзья, которые ходили на завод по 40 лет, которые работали на одной и той же работе, и они приходят к чему? К пенсии. Да, если вы школьник, у вас все впереди, поэтому вы можете разобраться в этой возможности, и главное – систематическая работа. И если вы хотите действительно больше узнать, то вам нужно, конечно, посетить живое мероприятие. Об этом мы поговорим немножко позже. Итак, пока мы ждем следующий слайд. Ну, здесь, наверное, вы можете посмотреть на стиль жизни этих людей, да, автомобили, дома. Это шикарный стиль жизни, поэтому у нас все в руках наших. Четвертый фактор – это уникальная автоконцепция. Да, здесь были вопросы как раз о автопрограмме. Я хочу вам сказать, что во многих компаниях есть автопрограммы, но таких доступных нет ни в одной. Это я лично проверял, сравнивал перед тем, как принять решение сотрудничества с компанией LR. И об этом говорят цифры. Вы знаете, компания LR за 9 лет работы, за 9 лет существования автопрограммы выдала порядка 8 тысяч, даже более 8 тысяч Volkswagen, 1600 Mercedes и 60 Porsche. В принципе, ни одна компания не выдала такое количество. Есть примеры, очень много примеров. Здесь уже людей, которые на фотографиях с Volkswagen, но на сегодняшний день это уже Mercedes, у некоторых уже второй Mercedes. Я пролистываю быстро, потому что таких людей очень много. Допустим, на второй год, за 2 года в России, вот был выдан тысячный Volkswagen. Это как раз мероприятие, которое было посвящено двухлетию компании в России. Прошел еще год, и на трехлетии был вручен полторатысячный Volkswagen. Вы видите эту фотографию, и буквально через несколько месяцев на мероприятии в Уфе был вручен 1850-й Volkswagen. Вы можете это все увидеть в интернете.
Здесь некоторые партнеры из Украины, которые также получили автомобили. Здесь есть Вадим Сокровищук с Киева, есть ребята с Западной Украины, есть из Днепропетровска, да, несколько человек из Харькова. То есть в разных городах уже есть автомобили, но это несоизмеримо с тем количеством, которое есть за 3,5 года уже в России. Поэтому все у нас впереди, мы только в начале, поэтому, друзья, есть классная возможность. У компании LR есть рекорд, она попала в книгу рекордов Гиннесса за самый большой логотип из корпоративных автомобилей. Вы также можете это найти в интернете. И пятый фактор – это топ-обучение и сервис. В компании LR есть обучение от партнеров и есть обучение от самой компании. Здесь есть фотографии. Хочу обратить внимание на вот эту фотографию. На уровне младшего менеджера, это в принципе бизнес с оборотом там порядка по сегодняшнему курсу там 2,5-3 тысячи долларов, вы можете попасть на обучение к одному из директоров компании, да, Томас Хёрсон. Вы можете попасть в узкий круг, если партнеры, вы можете узнать, да, здесь, допустим, Генри Хердман сидит, Александра Ерматова, Вадим Сокровищук, да, то есть вы можете попасть в узкий круг лидеров, вы можете обучаться у таких людей, которые руководят мультимиллионными компаниями. Да, мне приятно, что на таких мероприятиях вручаются автомобили, вручаются ключи от автомобилей. Вы можете видеть, мне очень приятно, что есть мои партнеры, которые выполнили автопрограмму. Поэтому мы очень рады, когда наши партнеры достигают успеха. На следующем этапе вас компания везет в Германию. Это наша цель с супругой. Мы планируем в ближайшее время попасть на это мероприятие, когда вы едете сначала на производство компании, вы видите своими глазами, как это все производится. Затем на следующем этапе вы попадаете на Академию лидеров организации, где вы можете протестировать новенький Mercedes, на следующем этапе новенький Porsche. И, конечно, вы можете обучаться, это все за счет компании. И поездка, и проживание. В принципе, у нас есть четкая система, да, у нас есть школы. В крупных городах есть еженедельные школы. То есть вы можете туда приходить, обучаться, приводить своих новых людей. Да, еще один автомобиль оформляется в Одессе. Супер. У нас сейчас очень бурный рост осенью. У нас есть в крупных городах проходят бизнес-дни. Это более крупные мероприятия, куда вы сможете прийти, пригласить своих людей, своих партнеров, для того, чтобы научиться сделать этот бизнес. И проводятся также академии для младших менеджеров и такие вебинары, на котором сегодня вы присутствуете. У нас есть четкие инструменты, и одним из главных преимуществ, да, главная выгода этого бизнеса, это как раз очень доступный старт. Да, потому что, в принципе, чтобы начать этот бизнес, достаточно зарегистрироваться в компанию, получить набор документов, получить инструменты и продукты со скидкой. Да, есть в нашей системе, да, есть рекомендация о том, чтобы стартовать минимум на 250 баллов, но в деньгах это там порядка 2000 гривен, но, конечно, нужно взять инструменты, нужно попасть на ближайшее событие, нужно купить билет, желательно несколько для себя и для своих знакомых. И в этом плане лучше проконсультироваться с тем человеком, который вас пригласил. Я хочу показать вам наш пример. Да, когда мы с супругой начинали этот бизнес, мы в первый месяц пригласили всего лишь двоих людей, подключили в первую линию. И на следующий месяц у нас было в первой линии уже 6 человек, но вся группа состояла из 19. Потому что эти два и следующие 4, они также кого-то знали, они также кого-то пригласили. И наша группа состояла из 19 человек. Прошло несколько месяцев, да, и у нас в первой линии было 18 человек, но группа состояла из 87. Итак, у нас кто-то есть, стал партнером. Я поздравляю, Максим, это здорово, все больше и больше людей подключается в наши ряды, это радует. И вы знаете, благодаря тому, что мы подключили 18 человек, да, оборот нашей сети составил порядка 100 тысяч гривен, и наш бонус был больше 11 тысяч гривен. И в принципе любой может это сделать, это очень просто, вы должны просто делиться этой информацией, вы просто должны работать по системе, и рано или поздно у вас будет точно такой же результат, а то и лучше. Поэтому вы можете разобраться в этом,
Какие у нас выгоды, да? Ну, во-первых, качественные продукты. Да, вы экономите 40%, потому что когда вы подключаетесь к компанию, вы покупаете товар по оптовой цене. У нас есть неограниченный доход, и вы видели пример Хольгера Куната, да, 285 тысяч евро, это, мне кажется, очень мотивирующая цифра. У нас есть классная автопрограмма, очень доступная и очень массовая. У нас есть четкая система, четкая школа по обучению бизнесу, потому что если у вас есть опыт в бизнесе, да, то, скорее всего, у вас будет быстрее результат. Но если у вас опыта нет, таких же большинство, то здесь вы научитесь всему. Я вам более скажу, тот опыт, который вы здесь сможете приобрести, вам поможет в вашем традиционном бизнесе, если он есть, он поможет вам вообще по жизни и, может быть, даже в отношениях с близкими. И последняя выгода – это доступный старт. Потому что какой вы сможете начать бизнес буквально за 2-3 тысячи гривен? В наше время, ну, я не знаю таких бизнесов, которые можно начать так, вот, с таких минимальных вложений. В основном, конечно же, нужны серьезные капиталовложения, это большие риски. Здесь вы, в принципе, ничем не рискуете. Рискуете попробовать другую продукцию другого производителя и, может быть, узнать что-то новое. Но, конечно, уже у многих будет сомнение и будет определенный дисбаланс между тем, что вы сейчас здесь услышали, и между тем, что вы будете слышать от своих друзей, от своих близких. Поэтому я вам рекомендую принимать решения сами. Конечно, многие из вас могут сказать, у меня нет времени. Да, и мы вам предлагаем бизнес, который будет занимать у вас порядка нескольких часов в день. Вы можете сами планировать. В основном люди строят этот бизнес вечером, когда большинство людей не... Ну, большинство людей, скажем так, заканчивают свою работу. Если у вас нет знаний, мы вас научим, конечно, при вашем желании. Если вы думаете, что у вас не получится, друзья, ну, только вам решать. И если вас останавливает, что обо мне подумают, я вам скажу более, в принципе, большинство людям абсолютно, извините за выражение, по барабану, чем вы занимаетесь, потому что они думают только о себе. И поэтому, в принципе, вы можете сами выбрать. Или вам выбирать возможность, неограниченный доход, автопрограмму, или же вы будете сидеть в сомнениях, и для того, чтобы принять решение, вам просто нужно разобраться в этом предложении. Я смотрю, здесь очень много вопросов, да, почему такая дорогая регистрация, Мирослав? Ну, смотря с чем сравнивать, если вы говорите о тех компаниях, которые я там увидел, да, то у вас есть выбор, вы можете сами выбрать, с какой компанией сотрудничать. Я думаю, что сегодня я постарался изложить свои критерии, почему я выбрал эту компанию. А все остальное это ваше право. Если для вас регистрация 459 гривен это дорого, ну, тогда ищите более дешевые варианты. Может быть, у вас получится. Давайте через год мы с вами встретимся и посмотрим. Друзья, в принципе, что хочу сказать. Успех не случайность, да, вы достойны этого, на кону ваша жизнь. Вы можете сами выбирать, где регистрироваться, что нужно делать, будет ли у вас свободное время, будет ли вы здоровы с нашими продуктами и красивы, сможете ли вы помочь своим близким, да, или, может быть, дать образование своим детям. Вы сами творите свою жизнь. Поэтому, в принципе, возможность, о которой мы сегодня поговорили, она есть. Мало того, что она есть, вы будете встречать очень много знакомых, может быть, даже друзей, которых вы потом можете увидеть на автомобиле от ЛР. С одной стороны, вы можете за этим понаблюдать, а с другой стороны, вы можете быть частью этого. Вот. В принципе, я смотрю, у нас здесь такие дебаты пошли в чате. Это здорово. Да, действительно, на эту регистрацию на 459 гривен вы покупаете себе товары, вы покупаете себе инструменты, каталоги, брошюры, диски, пробники кремов и так далее. Но я вам рекомендую обратитесь к тому человеку, кто вас сюда пригласил, и вы услышите ответы на свои вопросы. Вот, потому что, в принципе, для предпринимателя, я вам скажу так, многим людям я даже не говорю о старте в 459 гривен, потому что это не серьезно. Слышно меня? Есть. Здорово. Видите, как-то вот выбрасывает нас сегодня с комнаты. Наверное, очень много эмоций у нас сегодня. Это здорово.
Друзья, давайте мы закончим презентацию на этом. То, что у вас есть какие-то свои мысли, это здорово. Разбирайтесь, сомневайтесь, все подвергайте сомнению, все проверяйте. И компания LR — это одна из возможностей, которая есть на рынке, которая, по моему мнению, является одной из самых классных. А вы можете, конечно, выбирать свое. Я вам скажу так, что у нас буквально пару дней назад, 6 декабря, прошел всеукраинский форум системы LR21. И здесь вы видите несколько фотографий с этого форума. Напишите, пожалуйста, десяточки, кто был на этом событии. Да, здорово. Здорово, да, было на этом событии порядка 200 человек. И я скажу, что несмотря на погодные условия, приехали люди с самых отдаленных регионов Украины. И мне было очень приятно, что приехали мои партнеры из других городов. И у нас была классная возможность учиться у лучших лидеров в этом бизнесе, да, и ну, я думаю, что многие люди для себя увезли четкое понимание, четкое видение бизнеса, да, и главное, что нужно делать для того, чтобы получить те результаты, которые были на сцене. У нас были замечательные ведущие, у нас были поздравления, новые уровни, у нас были, вот вы видите, новые уровни на... Здесь у нас есть несколько человек, которые достигли уровня 21%, то есть получили квалификацию младший лидер группы и открыли даже следующую квалификацию. Да, у нас было классное обучение от Вадима Сокровищука, да, от Надежды Головни. У нас были мудрые наставления от наших спонсоров. Да, и это все часов, которые мы были на мероприятии. Очень запомнилось включение Генриха Эрдмана. Да, даже из Санкт-Петербурга были люди, да, да, действительно. Друзья, мне сейчас тяжело передать эти эмоции, потому что это мероприятие, которое невозможно вот так вот передать в интернете. Нужно только быть на этих событиях, потому что, сидя дома за компьютером или просматривая запись этого мероприятия, вы не сможете ощутить и получить ту энергетику, вы не сможете увидеть вообще цель. Поэтому рекомендую... Обязательно не пропускайте этих событий. Даже если у вас сейчас нет возможности строить бизнес, да, или у вас какие-то другие причины, поедьте на такое событие и разберитесь. Потому что это классная возможность получить заряд и увидеть действительно возможности. Хочу показать вам фотографию из узкого круга. Да, это у нас была встреча 10+. И здесь собрались те люди, которые пришли на это событие с командой как минимум 10 человек. Знаете, здесь были люди, которые давно в бизнесе, и были новые люди, которые буквально несколько месяцев в бизнесе, и они это сделали. Поэтому я вам рекомендую попадать как можно чаще в такой узкий круг, потому что там дают информацию, которую, ну, скажем так, которая не для всех. Да, у нас, я думаю, вы понимаете, что на определенном уровне, когда у вас огромная команда, вы должны обладать другими знаниями, как работать правильно с этой командой и как быть более эффективным, как стать лидером. И как раз вот на таких узких встречах даются такие вот важные моменты. Да, у нас на следующий день была замечательная академия младших менеджеров. Фотографии, к сожалению, потому что у нас было включение с Андреем Веденевым. И это были, ну, просто уникальные знания. У нас ждут очень много изменений. И я думаю, вы узнаете в следующем году, какие изменения в нашей системе у нас будут происходить. И это поможет нам вырасти еще больше. Несмотря на то, что Украина сейчас растет быстрее всех. Да, это по словам Андрея Веденева, если сравнивать нас с Россией и с Казахстаном, то мы выровнялись с Казахстаном, потому что Украина показывает большой рост. И наверное, самый важный вопрос, который я бы хотел задать тем людям, которые были на событии. Сейчас у нас откроется слайд. Сколько у вас билетов? Сколько у вас билетов на следующее событие, которое будет 24 января в Киеве? Это будет событие от компании. Билет вы можете купить уже в бэк-офисе. Билет стоит всего лишь 50 гривен. И вы сможете... Я вижу, здесь есть у кого-то по 4 билета. Здорово. Вы можете приехать туда сами, а можете привезти туда свою команду. И от этого будет зависеть как раз ваш результат. Если у вас...
еще нет команды, я вам рекомендую взять несколько билетов. Как минимум 5. Потому что когда мы стартовали в этом бизнесе, мы взяли 20 билетов. После первого нашего события мы взяли 20 билетов, и на следующем событии было 17 человек. Вот это один из секретов быстрого роста. Хотите быстро расти? Привозите своих людей на события. Вот и все. По-другому бизнес не построить. Если вы хотите сидеть дома возле компьютера или монитора и заниматься спам-рассылкой, друзья, это не бизнес. Это ерунда. Потому что таких людей, вы помните первый слайд, да? Почему одни люди зарабатывают большие деньги, а другие люди небольшие? Потому что заниматься ерундой, извините за выражение, сидя дома возле компьютера, может любой. А выйти в поле, да, это сленг в поле, а действительно создать команду, сколотить, стать лидером, выйти на сцену, это этому нужно поучиться. Поэтому, друзья, не занимайтесь ерундой, работайте с инструментами, я имею в виду с событиями. И, конечно, ваши личностные качества будут постоянно расти, вы будете становиться лидером. И тогда я вам скажу по секрету, в любом бизнесе вы преуспеете. Но бизнес LR это классный бизнес, потому что здесь есть и система, и доступный старт, и возможность получить неограниченные доходы. Друзья, хочу вам сказать, что мы в самом начале пути, у нас есть отличная система, у нас есть отличная компания, отличные продукты. И самое главное, что о компании LR пока мало кто знает. Друзья, мне было очень приятно работать для вас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если информация была полезна. Если вы получили что-то новое для себя, если вы считаете, что не зря сегодня потратили 49 минут своего времени. Мне приятно, что у нас такая вот всеукраинская школа. Приятно, что здесь люди собираются и партнеры, и приглашают своих новых людей. Это действительно здорово, что мы можем по понедельникам, сидя дома, с чашкой чая, вот так вот общаться. Друзья, увидимся 24 числа в Киеве. Я надеюсь, что мы увидим новые уровни на сцене. И, конечно, хочется, чтобы каждый из вас был не сам, каждый из вас привез свою команду на это мероприятие. До скорых встреч. С вами был Сергей Мартынец. Всем доброй ночи. Пока-пока.